Wake up, с вами Вова Кэс. Ивангая могут депортировать из России. Также блогер рассказал, когда же все-таки выйдет его новая песня. Когда песня? Фанаты до сих пор гадают, беременна ли Таня Ткачук или нет. И ребеночка родила в сентябре. Big Russian Boss снял ответный дисс на Эльдара Джарахова. Джарахов, пидор, 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 пидор. Обязательно ставь лайк, если хочешь, чтобы новости выходили как можно чаще. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Итак, сегодня Ивангай поделился с подписчиками весьма занятной историей. К нему подбежал гаишник и предъявил административное нарушение. Причиной стал переход дороги на красный свет. Ваня заверил, что шел на зеленый, но гаишник все равно заставил его подписать документ. По словам блогера, за два административных нарушения ему грозит депортация из России. Некоторых обрадовал шанс того, что Ивангай может вернуться на родину. Другие же посоветовали ему быть аккуратнее. Сам Ваня в шуточной форме попросил президента не депортировать его. Кстати, подписывайся на мой инстаграм, ссылка под видео. Я уже рассказывал, что 1 мая Ивангай посетил хип-хоп фестиваль в Лужниках. Ну а сегодня один из блогеров, посетивших это мероприятие, выпустил влог с участием Вани. Конечно же, он задал ему вопрос, который интересует многих фанатов. Когда песня? Дай мне 2 недели. Итак, фестиваль был 1 мая. Значит, по словам Ивангая, уже в понедельник или вторник мы услышим его новый трек. А если посмотреть на статистику его канала, то где-то через 10 дней на нем будет 13 миллионов подписчиков. Возможно, именно тогда Ваня выпустит свой новый долгожданный клип. Как думаешь, Ивангай выпустит вначале песню, а потом клип? Или все сразу на 13 миллионов подписчиков? Вчера Big Russian Boss выпустил ответный дисс на Эльдара Джарахова. Охрип, 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 Эльдар Джарахов. Пидор, 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 пошел. Напомню, что ранее Эльдар в образе Ахрипа записал дисс на босса и шуточно вызвал его на цивилизованную драку. Извалька на бокс, на ММА, на карате мне похуй, где тебе надо вать по лицу. Босс в свою очередь предложил ему сразиться в баскетбол. Сразись в баскетбол, если ты не ебучий карлик. Интересно и то, что этот дисс был снят на фоне хоть и кирпичной, но совершенно другой стены. А чей дисс круче, Эльдара или Big Russian Boss? Зрители Саши Шапика до сих пор гадают, беременна ли его девушка Таня Ткачук или нет. Напомню, что более месяца назад Таня выставила несколько сториз с округлившимся животом. Многие начали поздравлять пару, но были и те, кто желал им не самые приятные вещи. Такая реакция была связана с негативом Шапика в сторону Кати и Вани сразу после их неудачной беременности. У них конченый канал, невозможно его смотреть. Меня просто выбесило. Если у тебя случилось такое горе, нахрена снимать оправдание на YouTube? Часть зрителей уверена, что Таня просто поправилась. Об этом говорит и сама блогерша. Танька жирушка, любит покушкать. Но некоторые знатоки утверждают, что живот не толстый, а округлившийся, как при беременности. Сам же Шапик вовсю шутит на эту тему. Про диету забыла, и ребеночка родила в сентябре. А ты как думаешь, поправилась или беременна? Спасибо за лайки. Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока и подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании.